обращение Меджлиса крымско-татарского народа, международной общественности, Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, парламентариям и главам правительств Европейского Союза, Совету Европы. И это обращение называется «О деэскалации ситуации на Крымском полуострове». Предчувствуя о том, что ситуация может совсем выйти из контроля, мы обращаемся к ним с просьбой, с целью деэскалации военного конфликта в Крыму, который может привести к массовым жертвам среди всего мирного населения полуострова, незамедлительно рассмотреть возможность введения на территории Крыма международного миротворческого контингента сил безопасности ООН.